несоблюдение всех этих правил чем грозит? Могут привлечь к административной ответственности по статье «Незаконная предпринимательская деятельность», что влечет за собой не только наложение штрафа ни много ни мало, а и 20, и 30 базовых величин это может быть, но еще и конфискация того дохода, который вы заполучили в результате такой незаконной деятельности. И плюс, как на примере вы увидели, плюс еще и конфискация предмета административного правонарушения, в нашем случае цветов.